пока тут еще не пришли в себя, и поэтому просыпаемся где-то часа 4 утра. Ну, сейчас решили выйти пройтись до нашего озера. Раннее утро, 6 утра, Чикаго, воскресенье. Так сказать, посмотрим на восход солнца, хотя оно уже взошло. На пляж можно приходить где-то в 6 утра. С 6 до 11. Здесь тоже вот видите такое. Это видение стоит. То есть тут ненависть не живет. Это появилось после избрания Трампа президента. Вообще, Чикаго, конечно, в основном тут все голосовало за Берни Сандерса. То есть Хиллари Клинтон тут тоже не особо-то и нравилось. Все хотели, чтобы Берни социалист стал президентом Америки. Хотя вот в этом месте, вот на углу этого домика, 2 года назад был убит один пакистанский студент из Лойолы Юниверсити. Годик там стоял какой-то памятник, мемориал, там цветы клали, а потом убрали. Такой у нас мрачный переход под мостик под метро. Так, в основном тут, все-таки тут это место довольно безопасное. Северный Чикаго. Но по ночам бы я тут особо бродить не стал. Все равно там такие местные жители сказали, что если вы хотите поздно вечером прогуляться, то гуляйте где-то возле университета Лойолы. Улочка Альбион, которая ведет к Чикаго. Частная собственность, не проходите. Просто воскресное утро. Тоже такой домик. Интересно. Форент. Это все сдается. Это тут все в районе 1000-1500 долларов в месяц. Дороже, чем в Москве, кстати. Такие мрачные чикагские прямые. Туда-сюда. Тут отель построили совсем недавно. Хэмптон Инн. Когда приехали тут у нас 2 года назад, тут вообще было пусто, и только и даже не было намеки. Очень быстро построили этот отель. А тут вот мексиканская закусочная. Чипотле Мексикан Гриль. Тут запах очень у меня, как будто из детства. Я чем прохожу, запах детства. Не понимаю, почему, что там какие-то специи или что-то еще. Именно здесь. Ну вот мы доходим до нашего перехода через улицу Шеридан. Шеридан Роуд. Это еще такая. Люди арендуют такие машины и перевозят свои манатки. Манатки. Ну, переходим.
Переходим на ту сторону. Loyola University Chicago. Кампус, тут студенты живут. Это такой иезуитский университет. Иезуиты владеют этим всем. Ну и учатся все у них там. Не только католики. Ну, наверное, в основном католические студенты. С католических каких-то корней, с корнями. Хороший университет. Я потом там похожу по окрестности. Болтаю. Так. Тоже такие дома дорогие. Элитное жилье. Наверное, по миллиону долларов, а может и больше. Тут, видите, аккуратные газончики. Никаких ограждений. Европа, тут не Америка, хотя Америка такие. Вот газончик. Все убираются. Все, кстати, обязаны убираться. Если зимой лед убирать, снег. Если человек упадет вот тут где-то, то домовладелец обязан будет его лечить за свой счет. Это я шучу, а может быть так и есть. Тоже такие. Все очень аккуратно. Моей дочери очень нравится вот этот дом. Ну, это уже, наверное, несколько миллионов стоит долларов. Завистливо сказал он. Я, кстати, не такой уж прям завистливый. Я бы не стал тут жить. И еще убираться, все эти газоны постоянно убирать. Я люблю скромные жилья. А вот тоже такой домик. Это общежитие Лоялевского университета. Мне очень этот дом нравится. Такой мрачный. Я вообще люблю мрачную архитектуру. Сам я человек мрачный, поэтому люблю что-то мрачное. Люблю кладбище. По кладбищам бродить. Там, где народ ходит, радуется, мне как-то не особо. Я там себя чувствую некомфортно. Ну вот мы дошли до озера Мичиган. Это наша вот самая ближайшая точка. Солнце уже взошло, кто-то сидит. Спасатели пока не пришли на работу. Медитирует. Это восток. Там восходит солнце. Welcome to Artigan Beach. Тут нельзя с собаками. Нельзя курить, нельзя кормить птицей каких-то животных, нельзя бухать.